свидания вдруг нашлись на книжной полке книги старого издания, крышки мои, осколки, эти краски и чернила, эти выцветшие краски, эти, Господи, помилуй, приключения и сказки. Как читалось из-под парты про пиратов и чудовищ, вот они, морские карты, вот он, остров мой, сокровищ, мушкетеры с Робинзоном, дети капитана Гранта, пахло порохом, озоном, как морская контрабанда. Жалко, лампочка свисала, рыбий жир, температура, ты одна меня спасала, вредная литература. Голова горит и млеет, жар плывет перед глазами, но под снежными белеет мой корабль парусами. Помнишь томики Дедгиза в переплете бледно-сером, где Том Сойер и Алиса, Квентин Дорвард с Гулливером? Позабытые небрежно Конан Дойл и Сэм Томпсон, Вальтер Скотт и уж, конечно, Монте-Кристо с Билли Бонсом. Позабыты мной небрежно Конан Дойл и Сэм Томпсон, Вальтер Скотт и уж, конечно, Монте-Кристо с Билли Бонсом.